А час назад в спортзале 30-й школы состоялся финальный матч по баскетболу среди девушек старших классов. В главном поединке спартакиады встретились команды 17-го лицея и 8-й гимназии. Всего в первенстве по баскетболу среди девушек 10-11 классов участвовало 9 команд. Из трех групп до финала дошли 3 коллектива. 30-я школа заняла 3-е место, уступив гимназии. В главном финале гимназистам противостояли фаворитки турнира из 17-го лицея. В первой четверти на площадке была равная борьба, но к большому перерыву лицеистки вели в счете 25-10. Половина встречи прошла, 25-11 выигрываете. Не стыдно из года в год выигрывать? Нет, конечно, у нас большой опыт. И, ну, на самом деле, на школьном уровне уже все отработано, сыграно. А у 8-й школы так вроде не сыгранная команда, но 12-й номер тоже результативно играет. Как-то ее надо закрыть? Наверное. Ну, мы в одной команде раньше играли. Ну, вот, конечно, если бы была в нашей школе, то, я думаю, мы бы абсолютными были. Во второй половине матча девушки в белой форме только наращивали свое преимущество. Полина Сорокина накидала в корзину соперниц 24 очка, а ее команда одержала закономерную победу со счетом 48-22. Вновь 17-й лицей забирает золотые медали, а у 8-й гимназии серебро.